Всем привет, с вами Прио. 8.1 вышло относительно недавно, и заключено в нем несколько интересных, незадокументированных, скажем так, изменений и различных полезностей. Собственно, поговорим об одной из них, а именно разговор между разными фракциями. Это было доступно в классике, насколько я правильно понимаю, при изучении какого-то определенного рецепта. И теперь, подойдя к физи больной печени, мы можем купить лингвистическое зелье. Требуется всего лишь пятый уровень для того, чтобы его использовать. Его можно купить на аукционе, его можно продать на аукционе, но конкретно у этого торговца продается оно за 28,5 золота. Мы приходим в стоки Долорана, тот, который новый, легионовский, и спокойно в этом участке карты встречаем эту гоблиншу. И покупаем столько зелий, сколько нам нужно. И при его использовании, придя на БГ, либо придя, к примеру, в Ордынскую, ну или Альянсовскую столицу, смотря за какую фракцию вы играете, вы будете понимать то, что говорят другие игроки. На самом деле весьма интересно, весьма классно и весьма забавно. В текущий момент какого-либо веселья словить в этой игре тяжело, ну а это зелье позволит чуточку преобразить межфракционное общение и все общение в целом. Координаты даны. Покупайте столько, сколько вам влезет. В пачку влезает 200 штук. Самое главное при этом заиметь 5600 голды, ну хотя чуточку больше. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Общайтесь друг с другом. До скорого.